Звездный адвокат Сергей Жорин рассказал, чем грозят Филиппу Киркорову американские и европейские санкции, пишет News.ru. По словам юриста, арест музыканта маловероятен, но после введения санкций его не пустят в США и Евросоюз. Жорин добавил, что также будут заморожены заграничное имущество и активы Киркорова. Под санкции могут попасть и те, кто продолжает сотрудничество с народным артистом России. Кроме того, будет введен запрет на заключение контрактов с западными компаниями и получение прибыли. Ранее стало известно, что Австралия ввела санкции в отношении 55 россиян и 37 организаций, в том числе и Киркорова. Ограничения затронули Николая Расторгуева, Николая Баскова и Олега Газманова. Поводом для ограничений в Австралии назвали депортацию украинских детей из регионов, вошедших в состав России.